Ну что ж, всем хаюшки, с вами Тамплиер. По очередному отсутствию интро и такой ленивой манере записи, думаю, вы понимаете, что сейчас будет. Я в ближайшем времени выпущу сравнение двух приложений Crack. И SCR Pro, потому что у меня недавно подгорело от обоих этих приложений, блин. Я нажимаю «Запись». 5-4-3-2-1. Все! Не удалось создать видеофайл. Нельзя записать на CD-карту. Рек сейчас пишет на CD-карту. Я до этого пытался записать на CD-карту. Я перезагружал смартфон. Ну, планшет, один дрын. Я перезагружал планш. Сразу же записывал. Не записывает на CD-карту. Я выдал SCR все разрешения, даже через настройки. Оно просто не хочет писать на CD-карту. А на памяти планшета у меня нету нормального количества памяти, потому что у меня там стоит и Survival Craft, и куча игр, и куча браузеров, и куча моментов для того же стриминга, для записи, куча всего. Супер, люди, супер. Не удается создать видеофайл. А Рек не хочет записывать видосики длительностью больше одного часа. Не, конечно, мой выбор сейчас Рек. Потому что он хоть записывает, но не более одного часа видео. Честно, это фейспалм. Мне каждый раз ставить будильник на 50 минут, это, как по мне, горячка. Даже если я поставлю будильник, вот выведу в режим полета и так далее. Ну да, в принципе, возможно, да. Но это не будет особо классно, мне кажется. Блин. Просто у меня бомбит из-за этих приложений. И поймите, я вот стараюсь для вас и вот так вот мучаюсь со всеми приложениями. Я перестанавливал SCR Pro, я недавно переставил Rec, куча моментов, вот недавно тоже пытался записать. Ну, мой выбор, конечно, останавливается на Rec, но каждый раз заложить с собой рядом телефон с таймером на 50 минут, это тоже не дело. Ну, будем как-то решать эти проблемки. Ну, а пока что на этом все. Ждите, возможно, видосика. Надеюсь, он выпустится в среду, может, в четверг, учитывая, что сейчас у меня не особо много времени на снятие видосиков. Ну, в принципе, на этом почти все, но есть момент, что вот, то есть, выходной каталог. Да, я, конечно, могу поменять на Emulated, стоп, Storage, Emulated 0, и вот тут выбрать Screen Recorder. Ну вот, выбираю Screen Recorder и нажимаю Back, нажимаю запись. Да, ну, бла-бла-бла, то есть оно, если я нажму продолжить без звука, оно будет записывать. Кстати, как вариант, сейчас попробуем, он при вас. Сейчас попробуем взять приложение. И, ну-ка, ты иди сюда. Так, и попробуем вот эту SCR Pro. Сейчас из нее выйдем. Я сказал, выйдем. Вот это закроем. Такс. Где наш SCR Pro? Вот он. И на карту памяти CD его невозможно переместить. Супер, ага. Потому что оно и так на CD-карте. Как бы. Без комментариев. Без комментариев. Даже когда оно не находится, или же... Или оно находится на карте CD, или нельзя его перемести на карту SD. Это просто бомба-лейла. Ну что ж, в принципе, на этом все. С вами был Тамплиер. Всем удачи, до новых серий, надеюсь, которые выйдут скоро.